Вот, находим мечеть, если можно ее назвать мечетью. Иконы кругом. Не знаю, на что молиться. В Сунне пришло, что пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал: «Ангелы не входят в дом, в котором находится собака или изображение живых существ. Наличие собаки в доме становится препятствием вхождения в него ангелов. Также запрещенное изображение препятствует вхождению в дом ангелов. Однако в Сунне не пришло, что дом, в котором находится непокрытая женщина, или более того, женщина-прелюбодейка, что ангелы не войдут в него. Мы говорим, что это недостоверно». Вхождению ангелов в дом препятствуют только собаки и изображения. А что касается всего остального, то оно не препятствует этому. Однако нет сомнения в том, что ангелы сторонятся домов, в которых присутствуют порицаемые вещи и безнравственность. Существуют ангелы милости, а также ангелы, связанные с охраной человека и его обереганием, и ангелы-писари. Ангелы милости собираются только в домах, в которых подчиняются Аллаху, поминают Его и совершает то, что он любит, свят он Всевышний, и отдаляются от тех домов, в которых распространены порицаемые вещи, безнравственность, песни и музыка. Эти ангелы отдаляются от подобных домов. Однако охраняющие ангелы и ангелы-писцы, которые записывают хорошие и плохие дела, они никогда не расстаются с рабом. Относительно вопроса вывешивания фотографии на стене или же ее отправки к другим, то по поводу этого в книге «Бугаятуль Ваджид», написанной племянником Халида аль-Багдади, сын брата Халида, она же и комментарий книги Халида аль-Багдади «Аль-Мактубат» написано: ученый высокой степени мулла Али аль-Кари в книге «Шарху Шамайль» сказал: необходимо доводить фотографии религиозных людей до тех, кто не видел их. С учетом времени, в котором жил мулла Али аль-Кари, фотоаппарата не было. Получается, что это картина, нарисованная рукой. Дальше он пишет: также во встрече с ними и предоставлении их образа имеется баракат. إن الباطل كان زهوقاً